присутствовать здесь в такой теплой дружеской атмосфере. Вот Игорь Евгеньевич сказал, он 20 лет назад закончил школу, а у меня вот в следующем году предстоит отмечать 15-летний юбилей окончания школы. Поэтому здорово окунуться в школьную жизнь, нахлынули воспоминания, приятно и очень душевно. Дорогие друзья, по поручению секретаря Костромского регионального отделения партии «Единая Россия» и первого заместителя председателя Костромской областной думы Алексея Владимировича Ситникова, разрешите зачитать вам приветственный адрес. Директору муниципального общеобразовательного учреждения гимназии муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области Сергею Юрьевичу Степаничу. От всей души поздравляю вас, весь педагогический коллектив и учеников с юбилеем гимназии. День рождения любимой школы – по-настоящему светлый праздник. С каждым годом учебное заведение обрастает новыми традициями, заслуженными званиями и наградами. На смену многообещающим выпускникам приходят подающие надежду первоклассники. Работа гимназии в целом заслуживает оценки «отлично», призовые места в престижных олимпиадах и конкурсах, золотые и серебряные медалисты. Гимназисты с уверенностью могут строить планы на поступление в лучшие вузы страны. Выражаю глубокую благодарность всему педагогическому коллективу за самоотверженный труд, благодаря которому за школьными партами учатся особенные ученики, талантливые и целеустремленные, любознательные и настойчивые. Искренне желаю гимназии процветания, успехов во всех благих начинаниях и всего самого наилучшего. С уважением, секретарь Костромского регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Костромской областной думы Алексей Владимирович Ситников. Ну и, Сергей Юрьевич, не убегайте. Еще один маленький презент приятный. Сейчас сложные погодные условия, но как только растает снег, мы предлагаем помочь вам в благоустройстве территории рядом со школой. Поэтому прошу прощения с гимназией. Сертификат на рассаду цветов для благоустройства территории гимназии муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области. Получить, когда растает снег. Поэтому ученикам и гимназистам просьба в этом благом начинании помочь, потому как, ну, наверное, цветы будут радовать и с большим настроением, с более позитивным настроением все вы будете ходить в гимназию. Ну и еще одно небольшая просьба Сергею Юрьевичу. Мы приготовили для прекрасной половины педагогического состава гимназии небольшой сюрприз, о котором пока знает только Сергей Юрьевич, но чуть позднее узнают и наши милые дамы. У меня просьба тоже эту важную миссию выполнить. С праздником вас еще раз, всего доброго, всего самого хорошего. Они прекрасные. Нам кто-то будет. Ну вот мы с вами чуть-чуть подросли и перешли в среднее звено. Смотрите тележурнал «Ералаш». Сказал тоже Тёма, кто его не любит, посмеяться каждому охота. Мне кажется, такой тележурнал делать очень трудно. Ну подумай, как нужно сочинять, чтобы зрителям смешно стало? Ты так считаешь? А вот я готов поспорить, что каждая школа может создать свой веселый тележурнал. Надо только повнимательнее всмотреться в события школьной жизни. Интересно, а ты можешь прямо сейчас вспомнить какую-либо историю? Конечно. Вот, например, один мальчик из 6 класса решил ходить в школу в костюме и с галстуком. Вечером прихожу к нему и спрашиваю, ну как? Здорово, говорит. Нас в гимназии в костюме только двое. Я и директор. Это правда? Да не, шутка. У нас в гимназии в костюмах все мужчины ходят. Смотрите сами, полонез исполняет средняя группа ансамбля «Школьные годы». Thank you.
Ха-ха-ха.